Что, кошмар приснился? В каком-то смысле это и есть взаправду. Видишь ли, все серые стражи слышат порождение тьмы. Вот ты их и слышала во сне. Архидемон, он разговаривает с тварями, и мы это чувствуем, как и они. Вот почему мы умеем распознать мор. Я не знаю, действительно ли это дракон, но внешне похож. Да, это архидемон. Какое-то время будут сниться, а потом ты научишься пресекать их. Некоторые из самых старших серых стражей говорили, что могут даже понимать архидемона, но я так не умею. Как бы то ни было, когда я увидел, что с тобой творится, то решил сказать. Меня это тоже поначалу напугало. Для того я и существую. Рассказывать горькую правду и острить в промежутках. Ладно, как бы то ни было, ты ведь уже проснулась. Давай сворачивать лагерь и выдвигаться. Ох, и трудно же иметь с тобой дело. Как я мог забыть о вежливости? Мое имя Леви. Леви Драйден. Дункан когда-нибудь упоминал мое имя? Леви Деньга. Леви Торговец. О, да. Много лет. Я считал его своим другом. Впрочем, я тут распаляюсь, а вам надо бороться с мором. Не хочу попусту тратить ваше время. Но видишь ли, Дункан обещал, что мы с ним вместе займемся одним делом, крайне важным для стражей. И для меня лично. Но бедный Дункан уже... В общем, его больше нет. Это, конечно же, настоящая трагедия. Только я знаю, он хотел бы, чтобы его дело продолжилось. Чтобы кто-то исполнил его обещание. Как тебе известно... Имя нашей семьи в аристократических кругах смешано с грязью. Моя прапрабабушка, София Драйден, была последним стражем-командором Ферлдене в те дни, когда стражей считали нахлебниками и дармоедами. А потому король Арланд изгнал стражей и присвоил себе земли и титулы рода Драйденов. Трудно сказать. После смерти короля Арланда началась гражданская война, в сотню раз хуже этой нынешней. Наша семья подалась в бега, за нами охотились враги, и во всем мире у нас не было ни единого друга. Но Драйдены — крепкий народ. Мы возродились, окрепли, стали торговцами и сохранили нашу прежнюю гордость. Единственное преступление нашей семьи было в том, что мы охраняли королевство от мора. И этого мы не стыдимся. Я просил правды. Наша семья глубоко почитает Софию Драйден. Мы знаем, что она погибла в пике солдата, старинной базе серых стражей. Нам нужны свидетельства, которые очистят ее имя. Это не вернет нам земель и титулов, но возродит нашу честь. Что ж, со времен Арланда ни одна живая душа не бывала в пике солдата. По крайней мере, никто не вернулся оттуда, чтобы рассказать, где он был. Много лет я составлял карту лабиринта туннелей, ведущих к пику. И вот пару лет назад нашел дорогу. Тогда-то я пошел к Дункану. Да, пошел и сказал, что он может вернуть ту старинную базу, а наша семья вернет себе утраченную честь. Пик солдата и символ, и важный стратегический пункт. Дункан сказал, что вернуть его – стоящее дело. Еще он надеялся восстановить потерянный кусок из истории стражей и, быть может, найти парочку старинных реликвий. Никому не известно, что сейчас творится в пике. Благослови тебя, Создатель Страж. Я отмечу это место на твоей карте. Когда ты прибудешь туда, мы вместе проберемся через туннели. Thank you.
Рад видеть тебя, моя давешняя спасительница. Бодан Фейдик снова к твоим услугам. Я увидел твой лагерь и вспомнил о твоем любезном предложении. Да и может ли быть для бедного торговца и его сына более безопасное место для ночлега? Думаю, нет. За то, что мы надоедаем тебе своим присутствием, я готов дать тебе хорошую скидку. Но как, согласна? По рукам? Прекрасно. Поблагодари добрую госпожу. Ну-ка, мой мальчик. Спасибо, добрая госпожа. Уверяю тебя, мы не станем обузой для тебя и твоих спутников. Если тебе понадобятся магические предметы, только скажи об этом моему мальчику. А если что иное, обращайся ко мне. Ты уверена, что не хочешь эту шляпу? Тогда, может, возьмешь сережки или нож для сыра? Что ж, если тебе действительно интересно, я могу рассказать. Я родом из Арзамара, знаменитого города гномов, лежащего под величественными морозными горами. Когда-то я там торговал, входил в купеческую гильдию. Знаешь, такое не забывается. Никогда. Я проворачивал очень удачные сделки с редкими артефактами. Ну, ты понимаешь, старинные замечательные вещицы. Благородные господа такое любят. Думаю, они напоминают знать и об ушедших днях их славы. Так вот, дела мои шли хорошо. Жаль только, что и хорошему когда-нибудь приходит конец. Однажды ко мне в лавку зашла благородная дама. Она осмотрелась, а потом вдруг пронзительно закричала. Оказалось, она решила, что пара нарукавников, которые я выставил на продажу, когда-то принадлежала ее брату. Он погиб во время обвала, когда вместе с другими изгонял порождение тьмы из прилегавших к городу тоннелей. «Они были сделаны специально для него! Вторых таких быть не может!» — кричала она. «Он снял их с тела моего бедного брата!» Она не успокоилась, пока меня не арестовали. Эти благородные господа все такие. Но дело в том, что я-то их не крал. Понимаешь, я платил этим головорезам неприкасаемым за то, чтобы они приносили мне все, что найдут на глубинных тропах. Заброшенные теги. Там полно брошенных вещей. Иногда там можно найти настоящее сокровище. Что-нибудь, что можно продать за золотишко. Именно так я и подумал. Эта знатная дама очень огорчилась, увидев украденные на рукавнике брата. Не знаю, что они хотели со мной сделать, и я решил, это не тот случай, когда надо ждать, чтобы удовлетворить свое любопытство. Я подкупил стражника, которого приставили меня стеречь, и при первой же возможности выбрался на поверхность, и никогда не оглядывался назад. Не стоит благодарности. Что ж, можем ли я или мой сын чем-нибудь услужить? Многие недовольны тем, что Тейрн Лагейн стал регентом. Ходят слухи, что он как-то причастен к смерти короля. И расскажут же такое. Его убили порождение тьмы, это яснее ясного. Если уж Тейрну Лагейну не удалось спасти короля от смерти, то никто другой не смог бы и подавно. Так говорят люди. Понимай, как хочешь. Но, понимаешь, мы людей не грабим. Мы не забираем у людей вещи, которые им нужны. Вещи в заброшенных тейгах. Зачем им лежать там без толку? Я возвращал их в Арзамар, где люди могли смотреть на них и вспоминать. Здесь то же самое. Куда ни глянь, заброшенные поселения. Сейчас с приходом порождений тьмы их становится все больше. Люди спасаются от мора и правильно делают. Но в попыхах они забывают вещи, которые имеют свое назначение и свою цену. Они оставляют эти вещи, потому что напуганы и отчаялись. А мы с моим мальчиком, мы приходим в покинутые деревни до того, как там побывает орда порождений тьмы.
И мы спасаем эти вещи. Мы их забираем, чтобы они не достались этой нечисти. Разве это так уж плохо? Они уничтожают все, что попадается им на пути. Вот и я так думаю. Да, темные настали времена. Очень темные, друг мой. Ну да, конечно. Там, в Денриме, я женился на прекрасной женщине из людей. Она родила бы мне сына, если б смогла, но этому не суждено было случиться. Сэндл. Я нашел его на глубинных тропах много лет назад. Думаю, его бросили там намеренно. У него не все в порядке с головой. Я забрал его к себе, а потом мы вместе перебрались на поверхность. Пускай по крови он мне не родня, но я люблю его как родного сына. Мы ушли из Арзамара. Ты прав, мой мальчик. Может, однажды мы снова его увидим. Имея в виду, я получил свою выгоду. Оказалось, мальчик умеет делать магические предметы. Может, его мозги испорчены лириумом. Раньше это не приходило мне в голову. Иногда с ним происходят странные вещи. Он может смастерить магический предмет практически из ничего, если, конечно, дать ему время. Он мог бы даже открыть собственную лавку, если бы знал как. Колдовство! Видишь, ему это, кажется, нравится. Уверен, тебе понравятся вещицы, которые мы собрали. К тому же я дам тебе скидку. Конечно, действительно. И вот мы пришли. Пик солдата. Дыхание Создателя. Только глянь, какая громадина. Вот это крепость. Я же говорил, что карта проведет нас через туннели. И ничего я не заблудился. Просто карта чуть подмокла. Мы здесь. Что ж. Я пойду за тобой. На расстоянии.
Здесь воняет смертью. Думаю, не миновать нам неприятностей. Пик солдата выглядит так, словно он знавал лучшие дни. Или, скорее, лучшие столетия. Когда стражи процветали, у них не было недостатка в воинах. И достоинства их были несомненны. Теперь они принимают даже таких, как ты, Алистер. Эй! Отступайте! Да отступайте же! Взять пик будет нелегко, милорд. Я дал стражам один единственный шанс погибнуть со славой. Вместо этого они прячутся как трусы. Что ж, тогда мы последуем совету короля. Уморим их голодом. Но в пике припасов не на один месяц. Тогда подождем. Когда они так ослабеют, что не смогут удержать в руках оружие, мы отправим их на высший суд. Что это было? Меня чуток замутило. Я же не сумасшедший, правда? Ты тоже это видела? Слыхала я одну орлесианскую балладу, где пелось о чем-то подобном. О красавице, которая оказалась запертой во сне. В той балладе Белиса так и не проснулась. Страж, твоя хорошенькая подружка действует мне на нервы. Как такое возможно? Здесь должно быть и вправду водятся призраки. Слушай, страж. Thank you.
Люди пали духом. Мои чары здесь бесполезны, командир. Не чародейство ведет воинов в бой, Авернус. Я напомню им, что они стражи. Парни, я не стану вам лгать. Положение тяжелое. Противник превосходит нас числом. Нам нечего есть, и нами овладело уныние. Но мы стражи. Порождения тьмы бегут, заслышав пенье наших рогов. Архидемоны гибнут от удара наших мечей. Неужели мы преклоним колени перед обычным деспотом? Нет. Что касается меня, я никогда не сдамся. Я не сложу оружие, чтобы болтаться на орландовой виселице. А потому я предлагаю здесь и сейчас, в этих священных залах, где многие поколения наших братьев берегли мир от порождения тьмы и зла, чтобы мы отправили письмо этому жирному ублюдку. В этом священном месте гордые люди, сильные люди остались непокоренными. И скорее умру, чем покорюсь тирании. Полумертвые от голода, но такие храбрецы. И с ними была моя прапрабабушка. Да ладно, спасибо на добром слове. Поколение Драйденов говорили, что наш род — это львы. Неистовые, гордые и благородные. Ну да я что-то разболтался. Веди, друг мой.
никто не уйдет. Лучше с этим не тянуть. Thank you.
Архивариус. Дверь долго не продержится. Почти готова. Я должен написать правду. Какой от этого прок? Мы уже мертвы. Наш великий мятеж. Мы были так близки. А погибнуть тут все равно, что произвести на свет мертвый плод. Нам не стоило так поступать. Стражи не должны воевать с королями и принцами. Неужто мы должны были бездействовать, когда... Еще один. Мятеж? Какой еще мятеж? Если б только та книга не сгорела. Но у Софии наверняка были свои причины. Ведь серые стражи — герои. Иногда просто невозможно закрывать глаза на несправедливость. На это можно только надеяться. Происходит. О нет, опять бой! Thank you.
стражи вызвали демонов. Поверить не могу. И моя бабушка, она знала. Я был лучшего мнения о своей родне. Но истина, быть может, ждет нас впереди. А что все я? Что все я? Шагу дальше, страж. Вот это будет говорить с тобой. Вот это, Драйден. Командир. София. Все разом. Все разом. Бабушка? Ты убила множество демонов, чтобы добраться сюда. Вот это хотела бы предложить тебе сделку. Вот это поглотило ее память, видела ее мысли и сокровенные тайники. Но она лишь пища для этой, не более и не менее. Соглашайся, иначе она разойдется не на шутку. Моя прапрапрабабушка мертва. Я не знаю, что это такое. Глупость. Thank you.
Защищайся! Дрянь! Кто-то должен сдохнуть! И уж точно не ты! Пока не поздно! Мы отлично справились! Что прикажешь? Дай я попробую. Это по моей части. Второй. Подопытный не реагирует ни на какое воздействие. Проверка болевого порога не принесла результатов. Осталось только трое подопытных. День 82. Если б только я смог воспроизвести необычайный успех прошлой ночи. Электричество ускоряет процесс. Главное – кровь. День 97. Энергия и кровь. Регулярные добавки удвоили результат. Предполагаю, что успеха можно достичь алхимическим путем. Но у меня не осталось подопытных. Достать бы хоть одного, а еще лучше десяток. Каких результатов я мог бы добиться?
Я тебя слышу. Не нарушай моей сосредоточенности. Сейчас, в этот самый миг, демоны стремятся пополнить свои ряды. Не тебя ли надо благодарить за это приятное, но временное нарушение равновесия? Только-только. У меня осталось совсем немного времени. Осторожней. Этот человек был замешан в делах, запрещенных Создателем. Может, с виду он и слаб, но ты ему не доверяй. Так тебе об этом шепнул Создатель? Вовсе не какой-то бог запретил мои труды, а недальновидные люди. Хватит. Зачем ты здесь? Каковы твои намерения? Они были необходимы. Любое орудие, любая кроха, знания, которые могут победить злобных демонов, были оправданы. Тебе, как стражу, следует это знать. Необходимо? Облегчиться после 8-часовой скачки – вот это необходимо. Но призыву демонов оправдания нет. Очаровательно. Согласен. Это самая главная забота. Единственная забота. Превосходная цель. Но чтобы достичь ее, надо навсегда перекрыть дорогу демонам. Какие еще вопросы хотел бы я знать? Спрашивай. Главный маг. Сэр, вот уже больше века доброе имя моей семьи смешивают с грязью. Есть ли у тебя доказательства, что София была героиней? Мальчик, который бросил вызов туманам. Так ты пришел на мой зов? И ты, Драйден? У Вселенной есть чувство юмора. Он был совсем еще мальчиком, когда вошел в туннели под пиком. Сердце его чисто, характер тверд. Во сне я дал ему все нужные подсказки. Он должен был стать моим избавителем. Твоя прапрабабушка была лучшей из нас. Отважная, пылкая, подлинный вождь. Воин, живущий одним только боем. И все же мы проиграли. Мы сражались против тирана, знаешь? Мы тогда были такие пылкие, такие непредусмотрительные. Но доказательства их не было и нет. Я надеялся. Но все равно спасибо тебе, страж. Церковь по глупости запрещает магию крови. Но еще столько есть неоткрытых тайн. Когда мое тело начало увядать, я нашел способ продлить его существование. Но только на время. Остановить наплыв демонов. Исправить ошибки прошлого. Магия крови исходит от демонов. Они могли отразить все известные мне чары. Но скверна порождений тьмы им чужда и непостижима. И она обладает силой. Стражи используют ее только для того, чтобы чуять порождение тьмы. Такой пустяк. Мои исследования открыли столько нового. И ведь это только начало. Это знание могло не только спасти пик солдата. С его помощью стражи стали бы еще могущественней. Я сделал то, что считал своим долгом. Но позволь мне исправить мою величайшую ошибку. Позволь мне очистить это место. Потом я приму любую кару, какую ты мне назначишь. Быть посему. У меня только одна просьба. Если тобой движут жажда мести или правосудия, удержи свою руку до тех пор, пока не будет покончено с демонами. Этого пока достаточно. Мы должны отправиться в парадный зал. Там я исправлю ущерб, который сам же и нанес когда-то. Это будет опасно.
Демоны будут бросаться на нас на каждом шагу. Пойдем. Нам нельзя мешкать. Демоны уже скребутся в ворота. Завеса должна быть закрыта. Я разомкну круги призыва, которые начертал много лет назад. Сквозь них могут хлынуть волны духов и демонов. Избавься от них. Начну. Сначала мне нужно призвать магические силы. Я чую их. Они приближаются. Really?
Конечно, теперь завеса прочна. По крайней мере, прочнее, чем была. Я сказал, что приму твой приговор и не изменю своего слова. Смогу ли я спокойно вернуться к своим исследованиям? Этим я и займусь весь оставшийся мне срок. Пройдет много месяцев, а быть может и лет, прежде чем мои исследования принесут плоды. Когда это случится, я пошлю за тобой. Спасибо тебе за это, Страж. Ты победила, Страж. Пик солдата вновь пригоден для житья. Если хочешь знать мое мнение, этот старый стервец Авернус заслуживает виселицы. Но мало ли что творят люди, чтобы выжить. Но если он займется правильными исследованиями, без магии крови, жертвы, всего такого, может и впрямь сделает что-то хорошее. Но так и не нашлось доказательства, чтобы оправдать нашу семью. До сих пор я думал только о прошлом, об ответах на свои вопросы. Но теперь я жалею, что не остался дома. А впрочем, довольна об этом. Что-то я приуныл. Ты теперь заполучила целую крепость. А я, пожалуй, снова займусь торговлей. Это верно. Впрочем, думаю, со временем тут станет более людно. В конце концов, ты собираешь войско. Крепость в таком деле может пригодиться. Я мог бы устроить в Пике свою, так сказать, штаб-квартиру. В округе полно разбойников. Но сюда никто не посмеет сунуться. Отличное место для хранения товаров. Ты, само собой, получишь солидную скидку. Похоже, мы здесь со всеми делами управились. Нашествие демонов отбито, база серых стражей спасена. Мы молодцы.